О, нет, нет, ящики с опарышами сверху, а древесные черви внизу. Вы что, никогда червей не грузили? Мыши, что им тут надо? Старайтесь, бегите без оглядки, а то я из вас сделаю живую наживку вместо этих червей. Фу, черви! Нет, не надо! А теперь посмотрим, как мышки попадутся в эту мышеловку. Мыши рокеры с Марса. Мыши рокеры с Марса. Мыши рокеры с Марса. Рокеры с Марса. Диетические черви. Автор сценария Джесс Винфилд, композитор Уилл Андерсон, режиссеры Том Маклофлин и Рич Трублад. У нас теперь есть противомышиная защита, так что можно спокойно вести червей. Обманный маневр номер 42! Дроссель! Эй, братья, выше вручайте! Я попробую помочь, а ты прикрой меня! Мост на ремонте. Прыгай, дорогой! Проявляет находчивость и, как всегда, побеждает с триумфом! О, скользкие, мерзкие черви! Это оскорбительно и требует мести! О, что еще они нам подсунут? Улиток? Интересно, для чего толстогубому полный грузовик червяков? Кто знает, может быть, готовят светский прием для полтергейстов. Он нас, конечно, не приглашал, но не мешало бы и нам повеселиться. Да, мои предположения оправдались. Здесь что-то затевается. Этот одноглазый Джек Монтерей, делец из Лас-Вегаса. А вот Джеральд Грие, мошенник из Нового Орлеана. Инкогнито. Я думаю, это Мазарел Магариши. Интересно, зачем они здесь? Мы это узнаем. Добро пожаловать! Как я рад вас видеть! И вас! Проходите в мое скромное жилище. Официант! Несу, несу, нечего кричать. Прошу. Спасибо. Чё? Крошка. Нет, я порядочная. Обед готов, хозяин! Пожалуйте к столу, друзья мои. Извините. Ах ты, баран неуклюжий! Не примите мои извинения. Что взять с ресторанных официантов? Осторожней! Извините, я даже покраснел от стыда.
Прошу, приятного аппетита. Так вкусно. Приветствую вас, ваше превосходительство. Вонючка, вонючки, колючка, колючки, Плутар, процветай, галактика загнивает. Соплеменники, мы приняли новую программу по эксплуатации планеты Земля. Завтра утром мы начинаем массированную интервенцию. Наконец-то! Как только все закончится, одного из вас я назначу верховным правителем Земли с неограниченными полномочиями. Я пригласил вас сюда, чтобы вы сами решили, кто из вас самый мудрый, самый достойный. Это я. Что ты здесь делаешь? Я назначил Бри ответственным. А Бри заболел. Он объелся несвежими червями. У него отравление. И я согласился взять его обязанности на себя. А, ладно. Я хочу воспользоваться тем обстоятельством, что вы все находитесь в Чикаго. Там же находится главное препятствие нашему вторжению. Мои широкеры, они представляют угрозу нашим планам благодаря бессилию Лимбургера. Тот из вас, кто расправится с мышами-рокерами, станет верховным правителем Земли. Их надо уничтожить завтра до 12 часов дня. О, мама, я чувствую себя как приманка в мышеловке. Чтобы помочь вам, я каждому выделю по одному супервоину. Итак, да здравствуют рыбы-вонючки! Ситуация. Их теперь четверо, да еще эти супервояки. Обычный жаркий день нашей боевой жизни. Эй, официант, проводите гостя в туалет. Это же мы, слегка на помине. А это что, мне на чай? Мы сейчас сделаем из тебя крысиное рагу. А мы хотим вам предложить другое хорошее блюдо. Сочную отбивную с плутаркийцев. Убейте их. Приготовьтесь к путешествию в небытие, крысы. Вам конец. Я себя здесь чувствую совсем как дома. Эй, игроки, если вы играете в очко, не следует завышать ставки. Рыбы должны знать свое место в кухне на сковородке. Чудесное зрелище, восхитительно. Здесь мы уже поработали. Есть и другие рыбки, которых надо поджарить. Эй, мотоциклы! Не видел согласия между этими вонючками. Да, и Лимбургер против них. Хорошая мысль, мы должны этим непременно воспользоваться. Вперед, братья! Эй, у меня телеграмма для мистера Гуды. А на чай? Джека Монтерель, Гуда, я предлагаю объединиться против остальных. Мне стало известно, что в полдень мыши будут в закусочной Стайнера хот-дог. Мы с тобой встретимся, захватим мышей и станем вместе править на земле. Нет, друг мой Монтерель, спасибо за предложение, но лучше я пойду туда один, поймаю этих мышей и стану правителем земли. Надеюсь, моя карма благоприятна. Сейчас я поставлю часовой механизм этой бомбы на 12 часов. Ты подложишь ее незаметно в самолет Монтерея, и он взорвется ровно в полдень. Действуй! Дорогой Крие, давай объединимся. Вдвоем захватим этих мышей и станем вместе править на земле. Встретимся на станции Юнион в 12.00. Гудда! Нет, детка, я просто приеду туда к 12 часам и управлюсь без тебя один.
А чтобы устранить конкурентов... Мистер Механик, сэр, установите, пожалуйста, эту бомбочку на трейлер мистера Гуды и запрограммируйте ее на 12 часов. И мы только вдвоем захватим мышей в поезде ровно в 12 часов. Подпись Грие. Ну, экспериментатор, получи задание. Мы примем эту игру, но только поменяем правила. Какой я умный. Ну, братья, скоро события начнут развиваться. А что делать с чикагской вонючкой? С Лимбургером мы справимся. Сначала надо разобраться с этими тремя окунями. Рандевут минус 30 минут. Какой план? Просто кайф. Разъехались. А, сосисочка подгорела. Мой волшебный космический кристалл испепелит эту мышь галактическим лазерным лучом. Силы волшебства, помогите мне и моему воину. Это полк мне не страшен, я же не Микки Маус. Преследование началось. Рандеву минус 10 минут. Иху! Полетит за мной на всех парах. Давай, давай, уезжайный окунь, догоняй! Словно американские горки. Минус 6 минут. Осталось совсем немного. Какой полет я отправляюсь? О, мама! Ты пойман. Эй, поиграем, мышка-малышка? Ставлю 2-1, что ты проиграешь. Я бросаю первым. Получилось неплохо. О, мама! Не осталось 15 секунд. Да? Конечно, ты, как всегда, первый. Мода. Мода. А? У меня тут другая игра. О! Осталось 10 секунд. А теперь моя очередь. Нет! Мама, какой красивый взрыв! Они не пожалели взрывчатки друг для друга, как мы предполагали. Теперь у нас есть новый маневр, тройной обман. Троих нет, остался Лимбургер. Но, босс, как же вы думаете победить их? Наверняка мы же уже расправились с моими соперниками, и теперь они заявятся сюда. Нам надо лишь совсем немного подождать. А, чумазоид мальчик мой, будь добр. Приготовь транспортер, мы отправим мышей прямо на флагманский корабль Командера. И поверь мне, они скоро будут здесь. Я тут ни при чем. Я же ехал сзади вас. Указом правительства Плутарка за победу над мышами-рокерами Лоренс Лимбургер назначается верховным правителем Земли. Поздравляю! С благодарностью и радостью я принимаю это почетное назначение. А пользуясь случаем, хочу напомнить своим бывшим коллегам, этим неудачникам и трусам, что плутаркийцам не к лицу столь позорное поражение. В следующий раз это вам даром не пройдет. Итак, да гниет сыр вечно. Да гниет сыр вечно. О, спасибо, спасибо. Я знаю, как вы ко мне относитесь, но вы должны меня повиноваться. Братья, ведь благодаря нам этот плавленый сырок стал героем.
эта сталь такая прочная, даже мотоцикл ее не возьмет. Через несколько минут по телевидению мы предъявим ультиматум Земле: сдаться добровольно или быть нами завоеванной. Да. С помощью этого планетарного огнемета сначала для предупреждения мы дадим слабенький залп, который сотрет с лица Земли небольшой город Чикаго. Это будет через 3 минуты. Приветствую ваше решение. Оно принесет вам славу. Надо же, какой пройдох этот Лимбургер. Жирная выскочка. Его назначение для нас как пощечина. Не расстраивайся, брат. По крайней мере, наше будущее в порядке. Ты спятил? О, да, конечно. Зато будущее этих новых прислужников Лимбургера оставляет желать лучшего. Несчастные шестерки. Жаль их. Шестерки, прислужники? Что вы имеете в виду? Оказывается, они нас слышали. Это значит, вы будете подопытными свинками для опытов Карбункула. Или убирать грязь за чумозоидом. О, нет, мы не хотим. Вообще-то, я думаю, мы могли бы вам помочь, если бы нам удалось улизнуть. И предотвратить нашествие на Землю. Вы только подумайте, если не будет нашествия, не будет и верховного правителя, и вы не станете прислужниками. Ну, конечно. Пошли поговорим. Для каждого вида рыбы нужна подходящая приманка. Ну-ка посмотрим. Напильник от Джека Монтерея. Ключ от Джералда Грие. Отлично. Оу, а это плутаркийская пластиковая бомбочка. От Гуды. С миром. О боже, этот Гуда просто миссионер. Эй, постой, брат. Надо работать стильно. Это же сделаю я. Не, подожди. Разве не лучше вылететь со взрывной волной? А еще бы лучше, если бы детонатор был послабее. Форсаж! Модо, где бы ты установил планетарный огнемет? Вон они. Смешные рыбки-бананки. Полегись! Ю-ху! Сезон летучих рыб в разгаре. Попробуйте схватить меня, если сможете. Передайте привет астероидам, караси. Эй! Не знаете, как это отключается? Эй, нет проблем. Для Винни это планетарная система Орешки. У кого-нибудь есть справочник по этой сигнализации, а? Я очень сожалею, что помешал вашей жалкой попытке спасти землян. Но я, живая легенда, победитель мышей, не допущу этого. Земля теперь моя вотчина. Уничтожите! Стреляй, мы тебя прикроем, Винни! Ну что же здесь нужно включить? А, может быть эту? Боюсь, что твое время истекло. Спасибо, Тунец. Теперь порядок. Хорошие новости. Чикаго уже ничего не угрожает. Мы можем взорваться этот корабль. Пора ехать. Мы видимся в последний раз. Пока! Успели! Наше вторжение на Землю временно откладывается из-за целого ряда упущенных возможностей, из-за повреждения флагманского корабля, а главное из-за того, что назначили правителем полного идиота! О, ваше милосердное высочество! Ну-ка,
хорошо, братья. Мы предотвратили беду. И спустили тонну крупной жирной живой рыбы в озеро Мичиган. Оу, мы сделали все как нельзя лучше. Тогда поедем, выпьем немного шипучки. Форсаж и вперед! Фортуна Фильм. Роли дублировали Елена Соловьева, Вячеслав Баран, Рудольф Панков, Никита Прозоровский, Александр Прыжков, Сергей Чекан, Андрей Ярославцев. Режиссер дубляжа Ливия Шахалина. Автор литературного перевода Ольга Суслова. Звукорежиссер Владимир Бенгеровский. Инженер звукозаписи Екатерина Петракова.